Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на канал Неугомонная МНРУ. Продолжаю вести дневник своего отпуска в Лоре-дель-Маре на Коста-Браво, побережье Средиземного моря. Сегодня пятница, это уже шестой день, да, по-моему, шестой. Я все еще без соцсетей, практически без интернета. Ну как, захожу, Вайбер, общение с теми, у кого есть мой личный номер. Практически не смотрю новости, никаких лент, никаких событий жизни других людей. Конечно, я и мои коллежанки подустали. Удар такой вот основательный солнца, моря, алкоголя, еды. Завтрак, ужин, все ж уплочено. Поэтому настроение чуть-чуть, я бы сказала, раздраженное. Плюс второй день, пасмурная погода, гроза. То есть то набегут тучи, то опять выглянет солнце. Ну, в общем, все в комплексе дает некую степень усталости. Но я бодрюсь. А еще больше бодрят комплименты. И вот сегодня я что шла уже в расфокусе. Иду себе, медитирую на стены домов. И раз, слышу голосочек. Hola! Nice glasses! Я ж прям встрепенулась. Ну, боже, как приятно! Вот просто посторонний человек увидел тебя, идущую по улице в задумчивости. Сделал комплимент. Вчера, когда мы возвращались домой после вечерней прогулки, девки уже спали просто, на ходу засыпали. Хотя я их тягала. Говорит, давайте придемся после ужина. Ну что вот это? Мещанство. Даже не мещанство, нет, рагульство. Пожрали и на боковую. Еще в итоге отшлифовали мы набережную 1,5 километра взад-вперед. Я же возвращаюсь, оторвалась от них. Наслаждаюсь морским бризом. Вся в себе, вспоминаю события вчерашнего дня. И слышу опять голосок. Hola! Your eyes is very beautiful. Ой, я так зыркнула. Ну такой, 60+. Фартухи. Повар вышел покурить. Может, он всем такие комплименты делает. Но в тот момент как-то на душе стало теплее. Ой, все, бежим, садимся. Ну, мои инвалидки идти не хотят, поэтому поедем на автобусе. А это второй? Hola. Так вот мы ездим на автобусе на пляж. Девочки, нам откроют здесь устрицы на день Натальи, если хотите. Что, устрицы и белое вино? Еще раз всем привет. Девочки, машем, здороваемся. Hello. Мои коллежанки, графиня и Танюська Белочка, зашли в рыбный магазин. Танюська увидела просто шаровые устрицы, дюжина, 10 евро. А мы вот только после завтрака еще лупанули круассанов с кофе. Да, выкатились. Короче, зашли в маркет. Я думаю, сейчас повыгуливаем, утрясем все съеденное и посмотрим. В общем, богатых свои причуды. Зашли в маркет за водой. В итоге купили бутылку шампанского, лимон, папайю. Сейчас планируем затариться устрицами, устроить очередную серию. Насиесть неугомонный манру. В супермаркетах снимать нельзя. Очень строго контролируется. Сразу так чик. Тебе подходит охранник, либо же сотрудник. Non видео, non фото. Правильно. Хотя, чего нельзя? Может, цены нельзя снимать? Интересно, как блогеры снимают? Цены в Испании, цены на продукты в Италии. Ходят по маркету. Ну как-то там из-под полы, маленькими камерами. У меня аж пудреница размером с бронзатор. Встречаем наших девочек. Девчата, а что с заточками? Какие есть? В каждом своем видео я рекомендую прислушаться к своим внутренним ощущениям, но когда нет чувства голода, а глаза съедают, то нужно брать. Все правильно. Потому что завтра может не наступить. Пойдемте. Вот они, наши красоты. Сегодня же день Натальи. Поздравляем всех Натусик с
Днем ангела, раз в году, 8 сентября, в Сенатуске празднуют. А куда мы идем? Этот день, да, знаю. Девочки, запивай. Натали. Мы идем на пляж? Да нет, мы сейчас потом сворачиваем прямо на Кристину. Девочки, запивай нашу. Деспасито. По-моему, мы хороним кого-то. Что такое вяленькое, да, спасибо. Такое, да. У нас же устрицы, шампанское. Девочка, как выглядит твоя мама? Плохо, мы уже 10 месяцев дышаем. Шли 6-е сутки пребывания коллектива. Апельсинки на Коста брали. Так, девочки, ускоряемся, потому что сейчас остынет шампанское. Как-то, знаете, иначе дышится прям, потому что Виорет дель Маре неплохо. Такой классический курортный городок, отели, апартаменты. Но нету единения с природой, нету чувства. Вы знаете, такого вот комфорта, что люди в своей массе приехали взять по максимуму свой короткий отдых. Ну дальше вот прямо идем. Вот же, смотри, вот эти указатели, куда идти. То есть правильно идешь, тропа. Вот сейчас раз и выходим на Кристину. Девочки, ну разомнем хоть через сла. Плюс растрясем завтрак. Жрали же не себя. Друзья мои, мы пока доперлись до пляжа. Что нам сказать? Конечно, 3 дня лесом, 2 дня пулем, в зале нормативы по спортивному ориентированию. Поэтому мукбанг у нас очень быстрый. Натусик? Да я себя снимаю, алло. Ты держишь камеру? Я улыбаюсь. Да. Друзья мои, Луфури Лайф. It's a beautiful life. Oh-oh. It's a beautiful life. Oh-oh. Ваше здоровье. Пусть ваша трудовая деятельность приносит вам радость и дивиденды, которые вы будете тратить на вкусное удовольствие. Глоточек кавы. У нас не кава. Кава. Чироза, я тебя любила тоже, каждым миллиметром козы. Чироза. Я буду очень скучать. Подписывайтесь на канал. Неугомонная Монро. И будет вам Чироза. А у нас, кстати, на ланч, на сиесту. На сиесту? Черные помидоры чири. Но они не почернели еще, но скоро вам будут такие бурду. Чипсы, начос. Ой, солнце выглянуло. Ой, сейчас подпечемся. Так, я продолжаю. Давай, ты мукбанг. Ой, богатая жизнь другая. Скажи. Угу. Вот с лимончиком прям вообще оно. Здравствуйте, Аса, у вас хороший вкус. Наши пошли. Нет. С пониманием посмотрели на меня, когда я говорю, у нас сатива мукбанга, у нас сегодня нудисты. Да ну не надо. Какие на вкус устрицы? Вот на что похоже? Вкус моря. Вкус моря? Да. Солоновато, сладко. Мясо сладкое, сок соленый с кислым лимоном. Угу. Море, вот мне море. Море. Ешь море. Ну не морскую воду, а вот в хорошем таком. Угу. В смысле? Готово. Краткое свидание с устрицами состоялось. Было. Дон. Друзья мои, цена банкета 6 устриц 5.22. Мерси. И шампанское 2.50. Итого... 3.25 шампанское. А, 3.25. Итого 8.50. Все удовольствие. Luxury Life не такая дорогая, как оказалось. Мы что, помчали? Нет, не успеваю. Давай с любой.
О! Подписывайтесь на канал Неугомонная Монро. Успела. Друзья мои, всем привет! Неугомонная Монро. Всем привет! Кому омлет? Сегодня трансляцию последнего... Кстати, подняли и полетели! Сегодня последний вечер на Коста Браво, Лоре Дель Маре. С вами приведут графиня. Лисичка. И неугомонная Монро, я загадываю. Блядь, вот этот ад не давал мне спать. Реально тревожилась тем, чем можно, плюс тепловой удар. Очень себя паршиво чувствую, еще более паршиво выгляжу. Вот запуталась во все тряпки, которые есть. Лоре Дель Маре, Шопинг Найт, до часа ночи, Движ Париж. Этот ивент очень активно рекламировался. Я провалялась 3 часа после пляжа, в коматозе. Все-таки вышла, потому что спать дома невозможно. Такое впечатление, что сплю на дискотеке. Оказалось, что диджейский пульт поставили вот буквально за углом от нашего отеля. Людей тьма. А еще на площади сцена. Ну, идемте посмотрим. Да. Все-таки я себя покажу. Не совсем так все печально. Мы так и не попали в Барселону. В принципе, ничего не потеряли. Ты целый набор берешь? А, сотрудникам, сисечки, чтобы вспоминали тебя. Да. Танюшка, с твоих лепили. Вот что значит работать в коллективе. Обязательно нужно привезти подарки. Я люблю. Правильно. Раньше я везла всякую сувенирку, кошель, урод. С мест, где я была. А сейчас хамон, сыры, вина, что можно съесть. Впечатления, друзья мои, остаются на флешках в памяти моих гаджетов. Девочки, идемте. Я бы, конечно, вам сейчас сбасила что-нибудь, но просто сил нет. Голова трещит, как арбуз. Сказала, голова трещит, как арбуз. Я правильно сказала? Арбуз треснул, но его, наверное, попустило. Жалко, стрит-фуд, бокальчик можно дернуть. Почем? Ага, 2-10. А здесь еда. Мне так тошнит, что я должна отойти. Yeah.
pasito a pasito, sabes a besito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que sabes, y ese es